Здравствуйте, уважаемые зрители. Начинаем наше обучение, аналитику, безиндикаторный анализ основных валютных пар. С вами Кирилл Рудович. Напомню, что доступен для вас чат. Пожалуйста, задавайте туда свои вопросы, все, что хотели уточнить, спросить, комментарии и так далее, доступен. Напомню, что для этого вам надо авторизоваться в личном кабинете, ввести логин и пароль на сайте Alpari.ru, и будет у вас уже доступ к чату. Для тех же, у кого пока еще нет личного кабинета, вы можете зарегистрировать. Регистрация абсолютно бесплатная, 2 минутки вашего времени, и у вас уже будет свой личный кабинет, после чего вы сможете работать с торговыми платформами, открывать учебные реальные счета инвестиционные и получить полный спектр услуг, который доступен для зарегистрированных клиентов. Немножко, скажем, рекламы, да, по поводу семинара будет, собственно, в Москве и Киеве 10 и 12 октября. Это семинар Насима Талеба. То есть ссылку я скину. По этой ссылке, если кто-то захочет поучаствовать, 10% скидка на билеты, ну, просто ради интереса, да, потому что фигура значимая, много написал полезной литературы и в области там, управления капиталом, риск-менеджмента и в сфере принятия решений, технологии принятия решений. Ну, в любом случае будет семинар, поэтому кто желает, можете поучаствовать. Да? А мы же начнем, как обычно, наш анализ с разбора календаря экономических событий. После этого мы переключимся на графики и посмотрим, что у нас на графиках. Итак, так. Сегодня у нас уже пятница, окончание трудовой недели, рабочей недели, торговой недели. Неделя, конечно, двузначная была. В основном всю неделю рынки в боковом движении, боковик. Где-то больше, где-то меньше, но в большинстве своем именно боковик идет. Вот, что у нас на сегодня? По еврозоне тут индексы плохо все плохо, да. Вот, ждем статистики по штатам в 15.30, расходы на личное потребление плюс личные доходы, ну, немного статистики, скажем. Ну, и по Канаде, валовый внутренний продукт, индекс цен на сырье и так далее. На этом практически неделю можно считать закрытой торговой. Глянем мы следующую неделю. Ну, просто чтобы быть в курсе, что там будет. Там по штатам инфляция. Вторник это по процентной ставке Резервного банка Австралии. ЕЦБ по монетарной политике. Четверг. Опять событий много, как и на этой неделе. Было очень много событий, но толку, если честно, никакого не было. Да? По сути, на чем-то заработать ну, существенно, основательно не получилось. То есть где-то плюс, где-то минус. В целом же получилось, что неделя без плюса. Да? Вот, ладно, давайте разберем ситуацию сейчас, что у нас происходит на графиках. Да, и дальше будем двигаться. Итак, по евро-доллару. Что у нас по евро-доллару? По евро-доллару началось не совсем понятное падение, точнее, оно уже продолжается, да. Вот, ну, что можно сказать, что тут можно предположить? Я думаю, что ну, пока можно ожидать снижения в район вот этого уровня 1.11 здесь 50, ну, 1.11.30, 1.11.50. В общем, я думаю, что где-то здесь, на этом уровне, надо смотреть уже, как будет себя вести цена. То есть, либо будет этот уровень пробивать слету, да, либо будет от этого уровня отталкиваться, разворачиваться. Так или иначе, надо ориентироваться именно сюда. Ну, я же надеюсь все-таки, что притормозится снижение. Ну, а если не притормозится, что ж, тогда будем искать продажи, шорты, и будем искать возможность именно для входа именно в продажу, именно в шорт. Да? Но пока, я думаю, что все-таки затормозит снижение и, вероятнее всего, последует разворот, по крайней мере, на этом уровне. Вот. А сделок пока нет, довольно рискованно, сетапов не вижу, где бы лучше зайти, а где лучше не заходить, поэтому пока ставим все как есть. Дальше глянем по швейцарцу. Ну, швейцарец аналогично, только в гору попер. Ну, как видите, укрепление доллара налицо, причем по всем фронтам, что называется, да, несмотря ни на что, движение идет не благодаря, а вопреки.
Вот, прет очень сильно. Вполне возможно, до верхней границы мы и придем. Да, ну вообще, видите, на франке тоже уже год практически идет, по сути, боковик, да, флэт, то есть нижняя граница обозначена. Ну, если так среднесрочно, просто порассуждать. Так. Вот, можно сказать, нижняя граница, да, этого боковика нашего. Ну, тут что выходили, это бог с ним. И, ну, собственно, верхняя граница, где у нас? Вот, средние цены, да, была сначала верхняя граница, ну и теперь верхняя граница пошла. Вот, и каких-либо действительно хороших движений, хороших, я имею в виду, понятных, безопасных, мощных, да, ну, к сожалению, так уж и много. Пока, ну, прет пока, ну, пусть прет, движется, да. Все движение идет именно за счет укрепления доллара, вы можете убедиться, и тот же фунт, да. По фунту прикрыл позицию, прикрыл, к сожалению, с минусом вчера позицию, потому что, ну, стоять уже дальше было просто-напросто бессмысленно, то будет здесь разворот, не будет, не знаю. Ну, решил, что лучше, если вдруг что-то и будет, то лучше здесь попробую перезайти, да, примерно здесь. Вот, если получится. Не получится, значит не получится. Вот, это, на мой взгляд, лучше, чем сидеть в убыточной позиции, сидеть, страдать, терпеть. Вот, поэтому пока я думаю, что, ну, это такой расчет, по крайней мере, у меня сейчас, и я думаю, что по фунту тоже, видите, пока флет, да, зафлетило, запилило, жестко запилило. Вот, ну, я думаю, что мы тут поднаторгуемся и на следующей неделе уже выберемся наверх, и все-таки я думаю, что, ну, пойдут покупки по фунту. Пока не выберемся повыше, пока не выберемся 29,80, желательно 1,30, о покупках речи быть не может. Ну и продажи здесь тоже хиленько. Пока, скажем, ну, не за что зацепиться. Да? Тут были попытки шортить, но по целям цели небольшие, поэтому, собственно, все это не очень-то увенчалось успехом. Дальше по иене перезашел, и по иене заходил сегодня, заходил в покупки по иене еще вчера, и по факту пришлось, сработал стоп, потому что стоп был короткий, совсем короткий, до цели не дотянули, совсем малость, то есть такая же цель у меня стояла, совсем малость, хотя я рассчитывал, что этот максимум мы обновим, возьмем цель, да, и все будет у нас хорошо, но, увы и ах, то есть не получилось пока поение. Решил перезайти, идея не отменяется, идея на продолжение тренда, на продолжение восходящего движения, поэтому пока что все то же, все те же идеи, все те же мысли, и ждем развития событий, ждем, собственно, дальнейшего движения. Получится, не получится, уже второй вопрос, да, но ждем. Это что касаемо иены. Так что пока я думаю, что пойдем в лонг, тем более тут уже нам, ну, почти 10 пунктов мы прошли. Ну, ничего, немного, ну, не мало, да, с другой стороны. Немного, но и не мало. Вот, дальше глянем по австралийцу. Что сейчас по австралийскому доллару? Вот, австралиец тоже, ну, здорово просел, хотя пока еще держится. То есть уровень вы видите. Так, Олег вопрос задает насчет иены, разворот по иене. Сейчас мы вернемся к ней. Думаю, да. Думаю, что все-таки ну, развернемся мы по иене. Там сегодня выступление Куроды, там много кого были. Ну, цель пока здесь. Хотя, ну, вообще, если включить жадину, да, и, ну, прикинуть так, то я думаю, что это где-то, ну, 100, 104 и вообще где-то в район 107. Вот, ну, это если включить жадину, да, ну, столько сделку выдержать, конечно, сложновато. Поэтому по иене думаю, что да, думаю, что этот разворот, ну, как минимум отскок, да, то есть как минимум отскок 70 пунктов, ну, 50, один на полтора практически
соотношение риск-прибыль. Ну, что, будем держать, пока вход вроде бы нормальный, с разбегу прибыль какая-то есть, почему нет? По австралийскому доллару пока непонятна ситуация, он вроде как собрался снижаться, да, можете обратить внимание, но не уверен я, что сегодня он пробьет этот уровень. Если пробьет, то в принципе можно будет возобновить продажи, хотя ну, в разнобой тут все торгуется, непонятная ситуация. Вроде как разогнались уже вниз, да, потом снизу придержали его, собственно, начинает разворачивать потихоньку. Не уверен я в том, что будет, да, но если будет пробитие этого уровня, пробой этого уровня, будем брать, будем заходить в шорты, будем продавать. Пока же, пока ну, наблюдаем. Дальше, глянем новозеландца. Ну, по новозеландцу тоже, ну, как видите, боковик вообще на всех рынках, это сильно угнетает, да. Потому что в тренде намного проще торговать, а во флете, вот возьмите дневку по новозеландцу, это жест, жесть, да, жесть, вот, вот он, граница, да, и по сути, ну, не что иное, как боковик вообще. Будет пробить его, не будет, вопрос большой, надо наблюдать, но, собственно, цены в таком же узком диапазоне ходят. Хочется взять там пунктов 100-150, цены, ну, максимум по 50 пунктов бегают, да, там, где можно зайти. И, в принципе, все. То есть их толкают вверх-вниз, 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 как в пинг-понг играют этой ценой. И ничего не меняется, по сути. Поэтому пока по новозеландцу, я думаю, что... есть смысл воздержаться от входа в позиции и понаблюдать. Ну, вообще, я думаю, что тоже... Вообще, сейчас, похоже, на доллар довольно сильно укрепляется вообще ко всем, да? Тут и Йеллен по два раза в день выступает, толком ничего не скажет, но начинаются какие-то дребезжания, вот, и действительно уже немного злишься на рынок, да? То есть непонятная ситуация, хотя что тут злиться-то? Вот, поэтому пока по новозеландцу, ну, такая картина, то есть ничего не предпринимаем, как есть, так и хорошо. Дальше, глянем канадца, тут с этими ценами, опеками и прочими событиями, ну, много, конечно, что называется, вероятностного фактора, тут под 50 загнали, но это еще, знаете, так... Нельзя сказать, что тут сейчас все переменится. На 50 стоим, да, для начала цены на нефть, потом на канадцы переключимся. Ну а дальше-то что, да, и дальше двигаться не двигаемся, вот. И все, что нам остается, ну, посмотреть на картинку, посмотреть на график. И, ну, прикинуть что-то, хотя что тут прикинуть, да, ну, картина ясная, вернее, не ясная. Вот, поэтому пока так, ну, вероятнее всего, вот это вот и скольжение продолжится. Продолжится на этой неделе, продолжится на следующей. Вот, по канадцу то же самое, видите. Вверх-вниз, 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 вверх-вниз. Вот, флет, и ну, мало тут что можно придумать, если только ну, что-нибудь такое очень краткосрочное, да и то. Не совсем оно будет все хорошо работать, поэтому пока что по канадцу тоже ничего. Даже тебе пятиминутку взять, ну, посмотрите просто, какой запил, да? Как пилят, вот. Поэтому ничего не могу ничего придумать. А дальше глянем доллар-рубль, тоже укреплялся. Бедолага 63 даже пробил, да, тут с таким гэпом. Серьезным намерением, и на этом все, стали и стоим. Каких-либо движений здесь, подвижек нет, скорее всего, стоит ожидать все-таки такую картину по рублю. Если кто стоит в покупках, да, мало ли, кто зашел, я думаю, что стоит и дальше стоять, держите, ну, нет смысла дальше пока шортить, надеяться на снижение, да, хотя мало ли. Гляну быстренько фунта, что тут еще раз. Ну, вроде как восстанавливается 29.60, но как-то так уже все натянуто, да, и
по евро, если посмотреть, ну то же самое, видите, в уровень ударяется, вот, вроде как, ну, собирается, по крайней мере, здесь остановиться, ну, либо поторговаться, вот, это из того, что я вам только что недавно говорил. Дальше, открытая позиция по золоту, вот, вчерашнюю позицию я прикрыл, решил перезайти. Перезашел, конечно, не в самый лучший момент. Не то, что, конечно, да, просто не самый лучший момент. А стоп-то стоит. Ну, что-то движение, ну, настолько тухлый рынок, да, настолько все как-то вяло. Такие вот запилы, да, вот просто на минутном графике, вот в течение, наверное, нескольких часов, да, вот это такие качели. И торгуй как хочешь, называется, да, вот, соответственно, в таких боковиках, конечно, ну, лучше не засиживаться, но если уж угораздило, да, то, ну, стоит тогда надеяться на вашу первоначальную цель, ну, я пока же рассчитываю, что все-таки устоит мой стоп, все-таки мы вынырнем, да, и развернемся, ну, вот я 13.33 прицеливаюсь, да, то есть, видите, здесь раньше тоже был уровень, не сильное накопление, расторговки хорошие. Вот, может не пройти. Хотя, ну, а может и пройти. Но лучше все-таки подстраховаться, закрыться, если что, лучше потом перезайти, где-то долиться по ходу, чем стоять с позицией и о чем-то рассуждать. Ну, по серебру будет у нас эта сделка еще болтаться долго. Вот, тоже, просто посмотрите, как по серебру, да, все лето, по сути, флэт. Чуть шире, чуть уже, но ростов, трендов просто-напросто днем с огнем не сыщешь. Вот. Виталий, вчера слил на серебре три четверти депо. Как-то, как вы так умудрились, Виталий? Надо риски на сделку ограничивать. То есть на сделку риск, ну, максимум 2, ну, 3% максимум, ну, не три четверти депозита. Так, сейчас посмотрим, может по евро-доллару, хотя не надо, наверное, потому что у нас тут позиции так уже, две позиции, иена и серебро, ой, да, иена и золото и серебро, а будет уже излишним, но пока просто наблюдаем, что из этого получится, вот с фунтом, конечно, да, немного огорчил, локировался. Вот, по поводу локов. У меня там клубный день где-то был. Я локи ругал, да, там их защищали, защищали. Я говорил, что никогда не используйте локи, потому что, во-первых, вы не умеете их разводить, и никогда в жизни вы их нормально не разведете. Если вас уже угораздило в лок попасть, то, скорее всего, вы его разводить точно не умеете, и вы его не разведете, да? Это не панацея. Во-вторых, лок это что? Была у вас одна проблема, убыточная сделка, стала у вас две проблемы, у вас две сделки появилось завязанных, да, вот, поэтому, ну, не знаю, где себя записать, пометьте, никогда, никогда, никогда не локируйтесь, да, то есть, опять же, могут возразить, что, мол, вот, я там локами торгую, закрываюсь, перекрываюсь, да, ну, поймите, это не панацея, это, ну, просто обман, самообман. Вам кажется, что вы лучше принять убыток на баланс, да, и дальше двигаться, чем пытаться убежать, увильнуть там и так далее. А спред, да, большой спред, во-первых, во-вторых, стоимость пунктов высокая. Вот, пока происходит непонятное движение, вроде по новостям никаких там по доллару и так далее нет, фунта просто-напросто втаптывают, да, куда втаптывают, уже уточнять не будем, но просто втаптывают. Вот, если он, конечно, все-таки соберется силами преодолеть 29.80, 30, есть вероятность, что пойдут покупки, но как-то так уже все натянуто, да, что сложно что-либо здесь придумать, сказать. Ну и глянем австралийцы, просим. Так, Карен, по поводу положительного лока. А что вам даст положительный лок, в принципе? Ну, то есть, какое преимущество дает положительный лог и зачем он нужен? Вот, положительный лог. Ну, что положительный лог, что отрицательный лог. Разницы никакой нет. То есть, лог остается логом, да? Ну, и не надо им вообще пользоваться. И, как видите, если
кто-то торговал там, например, на фьючерсах и так далее, на акциях, там лока в принципе нету, да? То есть там такого инструмента в принципе нет. И он на Форексе почему-то сделали, и раньше в МТ-5 не было, его сделали, ну, смысл, да? А долгосрочную сделку выдержать при маленьком депо, ну, как по мне, так лучше просто перезайти потом в сделку, то есть со второго раза, там, да, когда появится лучший момент, чем сидеть в просадке, в локе и так далее, неизвестно там сколько дней, ночей, недель, месяцев и так далее. То есть лучше напросто, просто-напросто, ну, получить стопа там, где вы рассчитывали, да, что если вдруг что, получите стопа, и все, если цена там дальше против вас уходит, ну, используйте ваш депозит в других сделках. А так у вас и эта сделка в локе висит, да, и в другие не зайдете, потому что у вас уже, ну, порядком депозита висит в этой сделке заморожено, да, и, собственно, ну, и повернуться-то особо нет, и, да и головная боль будет с этим локом. Конечно, никого не призываю, да, смотрите сами, но, опять же, говорю, что это плохая практика использования локов. Вот, собственно, такой обзор на сегодня по основным валютным парам. Напоминаю, что 11, 12, 13 октября у нас торговля по уровням поддержки и сопротивления. Подавайте свои заявки, записывайтесь на семинар, на курсы. Поработаем 3 дня практики, разберем стратегию, разберем методики входа, выхода из позиции, почему работает и так далее, да, и уже поторгуем. На этом же я с вами прощаюсь. Всем хорошего дня, до встречи на следующих семинарах уже на следующей неделе.